Дорогие друзья, всем привет, это новый выпуск Поклаш-Рояль, я нахожусь на Твинке, и осталось ровно две игры до новой лиги, до 4900, до мастера первого. Очень сложно, целый день потратил, вот можно посмотреть по логу поединка. Два с половиной часа назад играл, даже повторы не сохранились, но я играл намного больше. И наконец-то я подобрался, две победы осталось, я, конечно, не сильно уверен, что я смогу сделать с вот такой вот декой. А вот, если вы подумаете, что у меня прокачан гигант, шарики, разбойники, я перекачан, то я могу обратить ваше внимание там на моих соперников, вот, к примеру, на таких вот, вот, это контр-колода мне. Потом вот здесь тоже был неплохой соперник сейчас где-то, вот с тремя мушкетерами тоже жесткий, вот тоже голем, блин, восьмой, я в шоке, как он дамажит, я кушки его подпустил, он там по 400 хп за тычку, так-то не замечал раньше, а когда играешь против него, замечаешь, вот тоже, ну, короче, я думаю, вы понимаете, что тут не сладко играть, вот тоже, смотрите, прокачан, да, как, а, это уже он сменил колоду, ну, в общем, вы сами видите, прокачка у всех тоже фуловая, да не суть, дело не в прокачке, дело все, конечно, в клешнях. Поэтому, пожалуйста, поддержите, очень тяжело, надеюсь, вы поставите лайк, если вдруг ты мой друг, на канале впервые, ты не забудь подписочку оставить, ну и лайки. Фух, поехали, я очень рассчитываю, что мне не подберется лава, пека и спеллбайт с инферно. Все остальное, ну, плюс-минус, очень тяжело этой декой играть, не нравится мне эта колода в последнее время. В следующий сезон новый аккаунт выберу более популярную, более какую-то актуальную и топовую колоду. То есть здесь я реально чисто на хард взял деку, чтобы типа со спарки покатать. Но очень тяжело, не хочу. Опача. Ну смотрите, он потратил зап. Можно, смотрите, как, знаете, как... Не-не-не, придется дефать голема. Я хотел шариком зайти справа. Или может все-таки зайти шариком справа? Не будем. Вот, сейчас можно шарик закинуть. Ай-яй-яй, мини-пека. Смысла нету сейчас банду. Хотя, не, банду нету смысла, только спарки. И вышку я тут теряю. Ну, хоть еще одну тычку. Ну, найс, хоть еще одну тычку сделал. Выстрел. А как, мне так повезло. Нифига мне повезло. Я не знаю, как мы мини-пеку добили. Я уже с вышкой этой попрощался заранее. Повезло, друзья, нереально повезло. Смотрите, у него сейчас нету запа, если я успею поставить... Фак, ведьма. Тоже контрит меня. Надгробие, ведьма, да любой спам, хижина гоблина, все контрит. О, еще и стражи есть. Капец, мне так везет сейчас, реально. На самом деле у него дека... Ну не то чтобы контр, но ему проще меня выиграть, чем мне его, да. Ладно, закидываем разбойников. Не знаю, что у него там, мегамуха скоро. А, вот она, мегамуха. Но она бьет разбойника. Да и все, в принципе. Он запает. Ну и что толку, что он запнул? Нету никакого толку. Фух, побеждаем. Да, друзья, честно, я удивлен. Как-то вот будто вы вот сейчас смотрите, да, в онлайне и поддержали меня. Вот реально вот чувствуется какая-то поддержка. Ну, очень повезло мне, очень. Фуловый голем. А, не, ведьма не фуловая. 4-1 элика. Не знаю, как мне так фартануло, как я думал, с вышкой уже попрощался. Последняя катка. Ух, помогите. Помогите, последняя катка. Я, честно, я не уверен, что я смогу взять 5000, ну, хотя еще до конца сезона 11 дней. Но это, черт возьми, сложно. Это серьезно сложно. Поехали, конкретно с этой колодой. Ну, у меня еще прокачку можно подправить, конечно, будет попроще. У меня летучая мышь 11-я, они вообще, блин, долго дамажат. Там того же Хога я очень долго дефаю. Вот. Ладно, все, тихо. Сосредоточились. Последняя катка. Ответственная катка. Так. Тут каждый момент сейчас будет важен для меня. Мушкет. Просто мушкет, окей. Мне уже нравится, что соперник что-то непонятное делает. Следующий вопрос. Подкинуть гиганта. Да, подкидываем гиганта. Стрелы сейчас. Вот такие вот стрелы. Че, миньончика одного не убил? А, нет, убил. Выстрел. Выстрел был. Был выстрел. Так, еще давай выстрел, еще выстрел. Сносим башню. Так, все, у меня аж руки дрожат. Я не знаю, почему мне так
Хоть... Ой-ой-ой-ой, все. Башню потеряем сейчас. Рано я радовался. И тут, помимо того, что я башню потеряю, сейчас он, сука, на три короны меня, падла, заберет. Я им отвечаю. Это только спарки ставить. Только спарки может нанести такой жесткий урон. Блин, не туда поставил. Не туда поставил. Выстрели, выстрели. Куда ты стреляешь? По вышке, ну, по пеке. Ой-ой-ой-ой. Я рано обрадовался. Давайте. Ну вот это если бы летучие мыши еще были бодрее бы, они бы быстрее разбирали миньонов. Так. Окей, мушкетер не на три короны. Ладно. Блин, вы понимаете, что... Ай, жестко, жестко, пацаны. Жестко. Он сейчас, смотрите, он сейчас будет пеку готовить. И... Блин, а что бы... Ну давайте зап сольем. Просто мне нужно спарки срочно. Ставим спарки. Так, все, сейчас будем дефаться. Сейчас будем дефаться. В принципе, еще не все потеряно. Ого, 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 ого. Тихо, тихо. Нет, блядь. Тихо, 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 тихо. Тихо, пожалуйста, нет. Ну что, я проигрываю. Я чувствую, что я проигрываю. Он меня уже задавил. Пека хоть тычку не сделала, одно радует. Рэдж, да перестань ты уже рэдж кидать. Ну хватит. Да, блядь, убейте ведьму. Ну, убейте ведьму уже, а. Заебали меня эти скелеты уже. О, бесишь. Сейчас стрелы кинуть. Сейчас кинуть стрелы. Давай, давай миньонов. Падла такое. Миньонов давай. Я проиграл. Фак. Ну чё ж так, ну пека, пека. Ой, сука. И так целый день, ребят. Вот так целый день. Вы сейчас только увидели две катки. До этого я их миллион сделал. Блять, ладно. Летучие мыши. Стоп, 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 стоп. Ледяной дух. Чё, все, все равно все летучие мыши подохли. Смотрите, вот они вроде как бы выжили, но они так долго забирают Хога. Вот против меня 13-е мыши, да, были. Соперник пускал. Так они гиганта просто в порошок стирали. Но тут по-любому стрелы. По-другому никак. Я не знаю, как мы сейчас будем дефаться вот этого говна. Да вышку теряем. Вышечку теряем. Жалко, жалко, конечно. Блять, последняя игра. Да сколько это будет продолжаться? Ну, последняя игра оставалась. Ну, мать ваш. Блять, ну это просто, ну, у меня уже сил нет, а. Че я за колоду такую выбрал? Все, я следующий сезон я буду брать какую-то, блин, с големом деку. Выбесили меня. Так, ладно. Сейчас единственный у нас шанс. Мне кажется, хорошо, что бревно третье не убивает. Единственный, думаю, шанс — это три короны. Ну, в противном случае тут вообще не вариант. Хог крутится быстро. Тем более, уже смотрите, сколько здоровья на вышке. А, ты еще и с ракетой? Так ты и с ракетой еще, понятно тогда. Попробуем сейчас, конечно. Но я не уверен в этом. Сейчас будет торнадо. Хотя бы тычку. А, ну все, минус башня. Минус башня, минус башня. Торнадо он потратил. Блин, у него ракета еще. Кошмар. Так, ладно, летучие мышки. Сейчас самое главное Хога по-быстрому уничтожить. Зап. Бревно. Нет, 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 нет. Последнюю тычку, если бы Хог сделал, то он бы ракеты уже смог бы добить. Сейчас он может с помощью торнадо гиганта перетянуть на главную вышку. Да и в принципе, ладно. О-о-о-о-о. Вот сейчас неплохо. Вот сейчас, в принципе, неплохо. Если он сейчас ракету не использует, он теряет башню. Отлично, он теряет башню. Это мне уже нравится. Это мне уже нравится. Выстрел, 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 выстрел. Выстрел. Отлично. Так. Это мне уже нравится.
Так, 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 так. Блять, он попал по вышке. Смотрите, этот палач попал по вышке. Сука, ну в последнюю секунду вечно что-то произойдет. Ладно. Пошел гигант. Добивает он башню. И сейчас пойдет хок у него, 100%. Поэтому надо, чтобы я быстрее был. Он выбрасывает бревно. У него еще есть торнадо, не забываем. В этом его преимущество. Давайте запнем. Остается 500 хп, и я побеждаю. Да, я же побеждаю? Да. Ух, пацаны, сложно. Черт возьми, блин. Снова последняя игра осталась. Снова последняя игра. Я не знаю, как я буду апать 5к. Ну, опять же, пройдет немножко времени. Они поднимутся повыше, наверное. Понеслась. 12 левел. Да дайте мне уже 4900. Только не лаву. Самое главное, не лаву, не пеку, не спеллбейтс инферно. Вот единственная колода, которая прям меня бесит. И которая моя колода боится. Не я боюсь, колода моя боится их. Так, ледяной голем. Хок 2.6 тоже, блин, меня выносит. Походу, это именно он и есть. Походу, это именно он и есть. Хок 2.6. И банда у меня 9 уровня тоже, блин, ни о чем. Давайте разбойников. Что? Это вместо пушки, типа, да? А тычку сделаешь, брат? Ох, тычку сделал. Да. Вау, это вообще что-то нестандартное. Я даже не знаю, друзья, как мне задефать. Давайте попробуем так. Тут вот так. Я понял, что это за дека. Раньше в мета была такая. Тут стрелы, единственное мое спасение. Вышку справа уже можно отдать. Но у меня вопрос следующий. Как мне его обыграть? Вот пламенный, да? У него ведь есть зап. Он не пропустит спарки. Можно через шарик, да? Единственный у меня проход это через шарик, в принципе. Так. Вот сейчас, смотрите, пойдет хок. Я выброшу банду. Он запнет и полностью уничтожит банду. Нет, он не выбрасывает хока. Как это прекрасно. Ставим спарки. Так, у него летучие мышки, да? Пламенный. Мега Найт. Так. Так. Давайте, гигант пошел. Летучие мыши. Блин, у него же зап есть, да? Зачем я под зап подставился? Вот он зап. Здесь мы тоже кидаем зап. Здесь мы кидаем стрелы. Не. Я вижу, что я не могу. Я вижу, что я просто не вывожу. Я не знаю, я игру удалю, блин. Мне надоело, ну, мне бесит. Друзья, я не знаю, сколько мне надо отдохнуть. Но пока все. Спасибо за просмотр, ждите новые видосы. Они скоро, думаю, будут, наверное. Я не...